В 1878 году Маковский поселился в доме на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, известном как особняк Менгдена. Там и была написана картина, изображающая мастерскую знаменитого маэстро, декорированную живописными полотнами, антикварной мебелью, коврами, старинной утварью, оружием, тканями. Художник был одержим страстью коллекционирования. По воспоминаниям его сына, Сергея Маковского, изображенного на картине, в будущем известного критика, эссеиста, историка искусства, Константин Маковский в поисках древности русских и нерусских часто бродил по рынкам, захаживал в антикварные лавочки. Безостановочно покупал он красивую старину со вкусом знатока, но без особого разбора, и нужное, и ненужное. И то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто понравилось своим изяществом, своеобразием или вычурой. Коллекции были необходимым реквизитом и одновременно питательной средой художника эпохи историзма, ярким выразителем которой в русском искусстве был Константин Маковский. Константин Егорович часто изображал членов своей семьи на праздничных красочных полотнах. Его сын Сергей, голубоглазый мальчик с золотистыми кудрями, позировал ему для целого ряда произведений. Маленький антиквар, семейный портрет, свадебный боярский пир и других. В семье Маковских картина у мастерской художника бытовала под другим названием «Маленький вор». Здесь, трехлетним малышом в одной рубашонке, взгромоздясь на кресло, я тянусь к хрустальной вазе с пышными фруктами, а рядом огромный рыжий сенбернар выжидательно насторожился, протягивая к вазе лапу. Этот сенбернар не был наш пес. Его привозили на сеансы от Виктора Федоровича Голубева, отца Вити Голубева, моего ровесника и приятеля с тех пор, как я себя помню, вспоминал Сергей Маковский. Картина в мастерской художника демонстрирует лучшие качества дарования Маковского, прозванного современниками русским Рубенсом. Богатство и разнообразие колористических созвучий, виртуозность живописного мастерства, захватывающую энергию ритмов, круглящихся свободных мазков.